Впереди сентябрь месяц. Что со школами? Ну вот я хочу обратиться напрямую, конечно, Ивану Сергеевичу по поводу школы, чтобы мы открыли школу на территории садика, потому что это будет самый лучший вариант для того, чтобы наши детки учились. А в каком плане? Если до этого у нас было открыто в библиотеке, то три класса было в одной комнате, вы же понимаете, какое это было получение образования. Это минималки, то есть. В основном дети учились на дому, получали домашнее задание, приходя, учительница проверяла. Это не выход из положения, дальше детей так нас учить. Поэтому садик сейчас очень, во-первых, само здание не поврежденное, оно находится так в углу, как говорится, для того, на открытой местности, что более безопасно. Хотя подвалов, конечно, у нас здесь ни у кого нет, именно бомбоубежищ ни в одном учреждении нет, только частные подвалы. В этом, конечно, проблема. Но можно садик, в принципе, отделить на детскую, то есть детский садик, и половину садика, здания садика на школу.